Солик берет АВП. Вот ну это, все, это тяжелая артиллерия. Это АВП, раунд, АВП без армора. Подожди, это раунд победы. У меня первый рез под Б, он должен по факту убивать сейчас чувака, который будет занимать дэнс. Полезная АВП очень. Посмотри, как разыгрывает Солик. Очень полезная АВП. А вдруг кто-то подожмет? А вдруг это будет команда Эпсилон? Заметил Эсма, но с АВП не попадает. Эсма землян умирает, это 6-0, Шокси тащит раунд. А я как вам... потел Солик с АВП, он даже не выстрелил. Вот он его подобрал, поносил, сделал с ним все, что угодно, но даже не выстрелил. Копил ману на тот самый выстрел, но он так и не состоялся. Так, что творит Кристалл? Просто... сканирует БПМ. Включи Солика. Где там Солик? Солик. Вау, вау. Давай смотреть за ним. Солик. Free Fire. Вау. Всех напугал. И с бомбой. С бомбой просто разворачивается, кидает своих тиммейтов, подает длину. Чувак, и уходит, уходит в центр. Они хотят выйти под Б. Ему просто внутренний голос говорит: Солик, беги. Это просто не КС. Солик. Это какая-то... это боль. Соликом раунды не проигрываются. Так, давай смотреть за Соликом. Смотри, пока же в Солик. А что он делает вообще здесь? Он потерялся. Чувак, у тебя твои на длине, они плент выбивают. Итак, два ВП у команды Эпсилон. Есть два девайса у команды Пентаспортс. И самое главное, у них есть Солик. Nokia Kings ВП. Посмотри, там сейчас что такое будет на медле. Ой-ой-ой-ой. Солик! Солик, тащи! Солик, давай, нет! Бля, ну вот, ой, пока был Солик, этот раунд не может выиграть команда Пентаспортс. Простите, друзья, но это такой это трэш. Что это было сейчас? Я не помню, какого хрена... Солик! Солик! Солик, why you stay? Why you stay, man? Особенно старается Солик. Солик с АВП. Посмотри, так, посмотри. А что, он накопил ману на выстрел? Да, у него... Он же еще и с редлайном, смотри, заметил так, пропел. Солик. Момент истины. Солик. И Солик. Сука. Просто чудовищный снайпер. И давайте смотреть за Соликом. Там сейчас что-то будет. Солик идет на длину. Солик. И вот это поворот. Солик! Солик! И не Солик. Ну, это просто гениальный игрок. Он стреляет и убегает. Просто человек-пугач. 53 секунды до конца этого раунда Солик хладнокровно контролирует проход по зигзагу, но там никого нет. И понимает Солик! То, что тэшка... Сколько это уже? Все, берегитесь. Все, Эпсилон просто должны держаться за сраку свою и должны бояться, потому что Солик идет на... И Солик! Как так-то, Солик? Это слезы, это боль и это... Солик! Это Пента, ёпта, спорт. Пента, ёпта, спорт. Сколько настрелял Солик? Опа. Реальный шанс сделать минус. Солик выжидает. Фокси на бунте, но тиммейты предательски воруют фраги у Солика. И Солику остается только сейвить девайс. У Солик на ходе. Солик! АВП! Солик! Да есть же! Солик делает минус. 9 раундов спустя Солик делает первый фраг. В очередной раз. Выход на Б-плент. Бомба у Солика в руках. Солик. Зумится вот, в очко. Смотри, Солик! Солик смотрит в очко. Солик! Нужен минус, Солик. Его тиммейт идет рашить, его тиммейт пушит, умирает. Солик! И Солик! Хотя бы минус, Солик, давай! Ай, Солику не везет просто Солик! Тотально. Некогда легендарная АВП не может ничего Солик! Сделать. Опять 25, и вот не везет парню ничего. Это, на самом деле, это не смешно. Это... Вот, знаешь, я смеялся 11 раундов подряд, а вот это уже не смешно. Солик.
Солик! Ай, Солик! Солик не смог и нарелайзить. Патроны закончились у Солика! И... Какая подстава? Кто не подал патроны Солику? Ну да, по нему видно, что он доволен собой. Солик. 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 Двойной зум. Ты видел? У него двойной зум. Да. Там тройной зум. А ВВП это вообще первый, второй, третий и четвертый. Вопрос просто в том, как он не попадает со своим двойным зумом. Солик понимает важность. Так. Yes! Солик! Какая боль! Да, Солик бежит спасать положение на пути. Ща, говорит, я его накажу! Ты видел? Ты видел? И Солик бежит убивать центр. Солик! Yes! Солик, ну почему ты бежишь дальше, когда чувак на мясе?